Привет! Это игра под названием «Воин тени». Ладно, можно топать дальше. Тут наверняка сейчас бой начнется. Ну да. Я так и думал в прошлый раз. Ну и куда ты там бежишь, а? Дуралей. Сейчас всех взорву. Какие быстрые, а? И все? Всего три бомжа было? Серьезно? А, ну сейчас, наверное, будет больше. Сохранение прошло. Сейчас сначала из револьвера постреляю. Оп, хедшот. Неплохо. Вот всегда бы он так убивал. Теперь они от одного выстрела, что ли, дохнут? Да, блин, попробуй еще попади. Нет, не все. С такой толпой я точно не справлюсь. Можно из этой фигни пострелять чуточку. Я меч забыл поменять, да? Да, надо заняться этим. Я поставил самый стандартный. Потому что почему бы и нет, он тоже неплох. Давай, кромсай их. Он может даже красивее всех тех, которые предлагают. Все. Слабаки. Ну, если его подручные здесь, вторая часть должна быть тоже здесь. Веселее, твой босс тебе всего лишь заплатит, если ты найдешь еще один меч, так? Может быть и так, но здесь не верфизилы, что-то здесь не так. А куда мне теперь идти назад? Аптечку можно использовать. Это я не могу открыть? Там еще аптечка. Ладно. Беги, так и быть. А, теперь эта дверь открывается. Печенька? Никогда не поздно учиться чему-то глупому. Ну да. Это... О, броня. Сразу 50. Что это, Hotline Miami? Это их игра, что ли? Ой. Потому что и меч здесь есть. Новая пушка. Что это, дробовик? Вот это уродливый дробовик. Уродливый? Он же выглядит классно. Если он еще и мощный, то я прокачаю его. У меня как раз есть некие сбережения, которые я откладывал. И как раз недавно я влил во что-то. А, в арбалет этот тупой, 1000. Надо было оставить. Ой. Сейчас посмотрим. Вот, я натянул максимум. Я про это, кстати, совсем забыл. Теперь стреляет куда лучше. Надо еще из дробовика пострелять. Не, ну если он так всегда будет стрелять, то это классно. Только долго. Это нельзя как-нибудь ускорить? На какую кнопку у меня дробовик? Сердечко, я ими вообще не пользуюсь. Сейчас посмотрим, что это за пушка такая. Стоп, блин, там сундук был. А ну вернись. Тут никаких храмов нет. Как мы найдем шепчущего? Пойдем по следу из свежих трупов. Для начала сойдет. Для начала.
Давай. Четыре ствола Ловангу идут к вам. Ну, он мощный вроде как. Да, он очень мощный, я его прокачаю. Меня он устраивает. Так, причинить страдания. Два дополнительных ствола повышают огневую мощь вдвое. Но это и патроны быстрее тратиться будут. Разве нет? Одновременная зарядка двух патронов снижает время перезарядки. Вот это можно приобрести. Это ж 4000 стоит. Такие уродливые, что почти симпатичные. Ладно, такую пушку лучше экономить. Может, потом кто посильнее найдется. Как тебя ударить? О, руку оторвал. Ну вот так намного лучше, он хотя бы урон начал наносить. Может, если револьвер прокачать еще, то получше будет. Ого, почти 5. Ой, к такому лучше не приближаться. Мне сюда надо идти или туда? Тут вот секрет есть. Это жижа токсичная, лучше держаться подальше. Выкачать воду из канализации. Так, ну там как-то обойти можно. Ладно, видимо, мне все-таки не в эту сторону. Так, а тут мне надо сломать печать. Я нигде не пропустил проход. Хотя я тут вообще ничего не видел. Ладно, может мне пойти обратно? Может там что-то появилось? Кто знает. А может и нет. Но если я могу открыть ту дверь, то, наверное, что-то появилось. Не просто же так я могу сюда вернуться. Ну или просто... Куда мне идти? Дайте мне карту. Я не хочу тут вечность бродить. Какие вы злые. Придется топить обратно. Где это может находиться? Я тут, может, что-то явно пропустил. Это надолго. Тут никаких проходов я не вижу. Там ничего нет. А с этой стороны. Вот это не открывается. Странно. Почему бы просто мне не показать путь? Я уже 20 раз, наверное, мимо той штуки прошел, да? Ну так. Найти не смог. Серьезно? Вот здесь можно было ее выкачать? Серьезно? Серьезно? Зачем тогда задание делать, выкачи воду, блин? Если тут кнопка. Сколько я раз туда-сюда бегал? So
Насчет этого Эндре. Зачем тебе о нем знать? Ты сказал, что он правитель древних. Кроме того, он ластолюбивый ему так. Хотя кто знает, я его не видел очень давно. Так, я хочу что-нибудь прокачать. Где там навык с деньгами? Связанный. Хочу теперь больше денег. Надо было, наверное, сразу это прокачать, но кто знал, что эти пушки станут намного лучше, если в них вливать бабки. Вот богатей. А у меня кармы нет. Главное не грохнуться, что-то я выпендриваюсь много. Тут, наверное, на меня нападут. Очень похоже. Нет, никто не нападает. Серьезно? Это что, лифт? Он ведет вниз или наверх? Наверное, вниз. Тут точно нападут. Давай. Оп. Оба. Кто там еще? Получай. Кто еще? Ну-ка. Я почти попал. Так ты из нее стало прикольно стрелять. Когда она стала мощнее. А то вообще ее не хотелось брать. Отвали. Надо больше денег находить. Интересно, что это открывает? Да, очень интересно. Новенькие. Они как-то взрываются или что? Я к ним не подходил. Да, они взрываются. А этот от чего сдох? Умирайте где-нибудь подальше от меня. Так будет лучше для всех. Где лифт? Опять нападают, но все. Вы огребаете. Ну или нет? Нет, дайте я вас попаду. Ладно, я хочу легкой жизни. Из этой пушки очень легко убивать. Так, а как мне выйти? Я не всех убил, что ли? Вот. Чего, она сразу не могла открыться? Целая толпа прется. Давайте по одному. Я тоже хочу бегать так. Почему мой герой никогда не занимался паркуром?
Он наносит урон своим? Или нет? От взрыва. Просто его можно использовать как взрывчатку. Понятно. Деньги. Мне, наверное, вниз надо, но тут, может, бонусы. Это что, ровная шеренга по 20 отжиманий каждый, или просто умрите? Ты там выпендриваешься, что ли? Скелеты? Может, рядом этот мужик? Который воскрешает их печенька. Жопу Конфуция. Билл Хикс. Ну, может, он прав. Надо будет потом еще прокачать оружие. Теперь у меня слишком много пушек. Я так и знал, он встанет. Ну, на такого лузера не стоит тратить патроны от дробовика. Еще печать где-то. Тут у нас что? Это вообще глупо как-то. Нельзя все на одном этаже установить. Потому что вот эти все приборы затапливаются. Они же легко могут сломаться. Кто вообще это делал? О, привет. Я в него попал, нет? Я надеюсь, ему больно. Ой, получай. О, нет, не зажимайте меня. Их двое. Это хуже вдвойне. Может, мне убить того здоровяка? Вряд ли его поднимут. Потому что они вроде как только скелетов могут поднимать. Отвалите. Я могу это взять? Новое достижение. Это сложно тайником назвать. Хочешь убить меня? Ты не сказал волшебное слово. Мне еще одного надо убить. Давай, дохни. Ну все, у него уже руки нет. Пока. Все, я убил этих неудачников и получил всего 2 сюрикена. Почему так мало-то? Очки кармы, вот, можно прокачать способность, потому что чего тянуть? Надо было в начале игры ее прокачать. Тогда я смогу получить уже значительно больше денег. Сломал же. Еще один лифт. На этом Годзе была очень крепкая броня. Благодарствую, сам ее сделал. Что, правда? Один из моих талантов, Эндра, нанял меня, чтобы сделать им всем доспехи. Ты видишь, как он мне отплатил? А он не хочет мне сделать броню. Так вот откуда взялась токсичная жидкость. Этот ведь наверняка встанет. Все. Не надо тут вставать.
А за тайники мне будут больше давать денег или нет? Опять трупы? Что такое с этим парнем? Кстати, я не пробовал вот так делать. Может, он с жизнью еще раньше распрощается. Сейчас свое глупое поле создаст. Ну да. Давай, дохни. Это все? И вы еще смеете на меня нападать? Неудачники. Вы же сделать мне ничего не можете. Похоже, ты оказался в ненужное время в ненужном месте. Я не могу прыгнуть и взять. Нет, это так не работает. Ну давай, сложно что ли? Куда это ведет? Я отсюда пришел? Куда мне вообще надо? Так сложно понять. Наверное, туда все-таки. Потому что тут нет проходов. Ну ладно. Это я не знаю, как забрать. Деньги. Еще деньги. Чего вы тут делали, а? Прятались? Можно я ему ногу отстрелю? А ну не подходи ко мне. Ведь легко. Ну, конечно, легко. С таким-то вооружением. А тут что? Так, или мне сюда и надо? Тогда что там дальше? Я это пока трогать не буду. Сундучок. И два магазина. Ну все, можно теперь двигаться. В этой броне много уязвимых мест. Может быть, поэтому они тебя изгнали? Может быть, я же сказал, что не помню, как это случилось. Может быть, они взяли твою память и поместили ее в другого, шепчущего. Тебе нужно добровольно пожертвовать память, чтобы создать это существо. Я бы никогда этого не сделал. Нельзя взять. Так, а здесь мне куда идти? Здесь уже был, нет? Кажется, я нашел выход из этого зала. Где? Могли бы мне показать, что я там нажал. Но здесь спрыгнуть нельзя. Следовательно, теперь мне нужно спускаться аккуратно. Ну да, здесь я был. И ты умри. Куда мне идти, наверх или вниз прыгать? Нет, не падай.
Кто это такой? Что происходит? Да ну не все сразу же. Все, ты напросился. Он сдох. Это казалось легче, чем я думал. Ну, бери дробовик. О, как приятно. Ладно. Убью их так. Пусть страдают. Деньги можно прокачать. Ну все, что здесь есть. Аптечка. Непонятно что. Тут ничего. Тут я уже все брал. Мне, наверное, опять просто подняться надо. И обойти. Опа. Вот, взял эту чашу. Открылась дверь. И уровень завершен. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Пока.